От мачты громоотводов для предприятий нефтедобычи до мангалов и лопат для дачников. Все это уже 6 лет производит небольшая самарская компания. Для расширения производства предприниматели взяли кредит. Они давно узнали, что могут возместить проценты, уплаченные по нему в рамках муниципальной программы. Обратились в департамент экономического развития, собрали необходимые документы и получили выплату. Средства планируют вложить в создание сайта для расширения рынка сбыта, а также появление на его базе маркетплейса, чтобы помогать и другим самарским компаниям. Совместно с департаментом мы уже обсуждали эту задумку. В реализации на основе нашего сайта, маркетплейса под названием «Ферум», на котором мы постараемся со своей стороны помочь нашим самарским, в первую очередь, предпринимателям в продвижении их продукции. Также могут поступить и другие предприниматели, зарегистрированные в Самаре. Они могут возместить проценты по кредиту на сумму до 400 тысяч рублей. Важно, чтобы кредит был взят после 1 января 2019 года на сумму более 500 тысяч рублей. Более подробная информация есть на сайте городской администрации и на портале бизнес-платформа.рф. Оставить заявку можно лично, обратившись в департамент до 15 ноября. Рассмотрение заявок и выдача вот этих субсидий происходит по мере поступления документов, то есть в порядке очередности. Поэтому можно всем, кто имеет кредит, обратиться в департамент экономического развития по адресу Галактионовская, 125, и подать заявку на получение данной поддержки и помощи. Эту меру поддержки впервые ввели в прошлом году. Тогда ею воспользовались 63 организации. В этом году грант получили уже 44 компании. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Сергей Баскин, Григорий Плешаков. События.